Дорогие мои, всем добрый вечер. У нас сегодня в Израиле праздник. У нас Симхат Тора, перематывание Торы на начало, перематывание свитка. Я сейчас немножко покажу вам. Мы с мужем в синагогу его. Она находится, это здание вот снимается в промзоне, Кириатата. Вот здесь вот у нас дальше немножко туда вот Цомот, перекресток там, где делаются пересадки. Сейчас я вам покажу немножко общину изнутри, вообще как это все происходит. Шалом, шалом. Добрый вечер, рад видеть. Да, приветствую. Люди собираются. Видите? Внутри все оборудование, у них тут есть кухня. Детки, детская комната, вот, само помещение, тут все оборудовано, красивые повешенные бигборды с коленами израилевыми. Я вам, наверное, это все сниму отдельно, потому что сегодня праздник, все нарядные, много гостей, это праздничная лестница. Снимать не разрешили, тут это можно. Ничего не нарушается. Продолжи детками все. Гости из России. Видите, все делают что-то, готовятся. Ну, это праздничный день. Тора, кстати, у них новая в общине. Я вам сейчас немножко вышла, расскажу. Тора у них новая. Старую. Да, шалом. Немножко прерываюсь. Видите, сегодня нету стульев посередине. Их собрали сюда. То есть все будут стоять, а сидеть будут те, кто, ну, кому тяжело стоять. Пожилые. И вот, значит, Тора тут была. У них, кстати, 200-летняя. Шалом, приветствую вас. С праздничком. Да, тут была Тора 200-летняя, передали сейчас в общину Нагорию. А купила община новую Тору. В Иерусалиме ее написали. Сделали, мой муж говорит, что очень хорошую скидку. Сейчас это новая Тора. Из нее прочитают. Я тоже сейчас это буду снимать. Тут разрешается. Это пастор. Тут разрешается. То есть читает три последних стиха. Потом где перематывают и читают начало бытия, да, как начало сотворения мира. Так что вот примерно так происходит. Кстати, в этой синагоге мой муж также, я вам открою маленький секрет, не знаю, хорошо ли меня там слышно на этом видео, ну, исповедуют Иисуса Господом. Ишуа, Мессия исповедуют тут. То есть не говорят Иисус, говорят Ишуа. Что? Вот такое вот в Израиле. Здесь открываю маленький секрет такой нашей семьи. Приветствую, Вальдемар. Шалом. Что, скоро продолжу вам. Надеюсь, вам будет интересно. Мой муж с Талидом в кипе. Вообще, он очень не любит сниматься. Но придется ему. Это все пережить. Вот у него льняной талит. Он несет, а рубашка должна быть из хлопка. Нельзя льняную рубашку. Ой, талит шерстяной, извините. Нельзя льняную рубашку и шерстяной талит. Поэтому талит у него шерсть, рубашка у него хлопковая. То есть такое правило. Очень Хаксамех, очень такой позитивный брат. Да, зовут Миша, Хаксамех, с праздником. Все приветствуются, это праздник. Миша попозировал. Ну, я многих не знаю, и вообще это прихожу редко. Но это не важно сейчас. Супруг идет опять. Ну, снимаю. Звезда, да, сегодня. Саша, я могу тебя звездой сделать, да. Ну, приходится моему супругу быть звездой. Ну, что уже поделаешь?